У нас сегодня дождик какой-то, он капает прямо на собаку. А я пойду сову в дом возьму. Посидим вместе. Такую погоду скользкую, мерзкую. Не, ну я люблю такую погоду, потому что это уже весна. Если дождик, значит снег тает. Ну, надо бы посильнее сейчас какой-нибудь ливень такой тропический с громом и молниями, чтобы все вообще стаяло. Да, сова, пошли домой? Угла. Все равно сидишь, ничего не делаешь. Пойдем сидеть, ничего не делать в доме. Да? А что? А все, пойдем. Она видит перчатку уже такая, я не хочу. А я возьму тебя домой. Ну и что? Ну и вот, и все, и пошли. Угу, отсюда, да? А у нас, интересно, переставлено. Переставлен режим, чтобы зеркального отображения не было. Если нет, надо будет переставить. Да, Виль? Что там, собака? Собака гордая лежит. Сейчас покажу. Такой. Несите свою сову. Ёлонька уши повесила. Что ты шипишь-то на него? Шипит такая на собаку. А мы уже прошли мимо чего. Давай заходить. Да? Ты что? Сова. А это, да, дверь. Это, да? А там кошенька. Нет кошеньки. Ой! Ой! Это был эпичный, как это, впрыг в дом, который мы не увидели. Я думала, ты вежливо зайдешь, не спеша, а ты так это ворвалась, можно сказать. Я убрала все фаленопсисы, Ёль, чтобы они тебя не раздражали, не бесили сову, да? Морошенька, ты тоже уже решила убраться вместе с фаленопсисами? Что такое? Можно сидеть, жить, быть. Давай окошки откроем, чтобы было свежо. Вот так. Все, располагайтесь. Сейчас я вам постелю везде. Это специально, Ёль, тебе подарили. Можно везде положить, чтобы было уютно сидеть. И на табуретку вот тебе поставим. Да? Вот такое красивое, чтобы было. Только с разбегу на них не надо прыгать, а то они слетят. Полочки к вашим услугам, пожалуйста. Я специально сверху ничего не ставила. Там вот подушка, видишь, лежит на шкафу сверху. Специально тоже для тебя, Ёль. Вот. Вот, сова. Сова. Ёлка, вот сюда, да. Вот сюда. Удобненько. Кофе приходи пить. Да? Дверь в комнату я закрою, потому что там фаленопсис. Скажи, прекрасная. Несите меня обратно в вольер. Ой. Ну вот, вы так не влезаете. Кошенька. Кошенька такая, я типа пришла птичек послушать. Не знаю, что вы там, как вы там. Да, Марош? Ёль такая, каких птичек? Я тоже послушаю. Вон тех птичек. Вон они. Все птички в сборе.
Там и овсяночки вон увёз нашли, которые... Ой. Внезапно, Ёль. Там неудобно сидеть. Садись на шкаф. В общем, овсяночки там в поле нашли овёс, который я им специально насыпал. Они молодцы. Ты будешь там сидеть? Довольная. Ну, сиди. Удобно. Сова решила посмотреть телевизор. И как тебе? Ёль, он все равно показывает только Ютуб, а где показывают тебя. Такая, ну и правильно, ну и хорошо. Пусть показывает, скажи, да? Ты так себя ведешь, как будто первый раз все это видишь, Мирош. Делинь, делинь. Так а что это? А это там было? Вообще-то было, Мирош. Такая, почему сову снимают, а не меня? Я буду что-то сразу делать. Только жрать это не надо, да? Коша. А что там? И там, и тут сову показывают. Как удачно. Сейчас сделаем такую фоточку. Нет, ты передумала, Морошенька. Такая, что-то я нет. Наверное, я пойду в другое место, да, Морош? Повзрослела кошенька, немножко ума себе наела. Вот что значит цыплята на завтрак. С умом. Ну ладно, пошла. Ёлка такая, что это было, скажите мне? Устраиваешься? Ещё не можешь решить, где тебе удобнее сидеть? Скажи, нигде неудобно. Или тебе все интересно? Скажи, как не приду, все что-то новое, непривычное. Одна кошка та же самая.